Малый бизнес с результатом – франчайзинг. В Полоцке прошел семинар для начинающих и опытных предпринимателей. Как использовать чужую франшизу и развить уже имеющийся бизнес через построение франчайзинговой сети. Этим и другим темам обучали специалисты Министерства экономики Беларуси, Ассоциации Белфранчайзинг, представителей малого и среднего бизнеса Полоцкого района. То, что привлекательно во франчайзинге – это возможность открыть бизнес с разным объемом вложений. Это может быть и несколько тысяч долларов, и сотни тысяч долларов. То, что если раньше, говоря о франчайзинге, мы думали только о Макдональдсе, что является недостижимым по сумме вложения для простого, для начинающего предпринимателя, то сейчас вот это обилие детские развивающие центры, продажа мороженого, продажа кофе. То есть это все то, что можно открыть в небольшом городе. Примерами доступных франшиз в Беларуси эксперты называют кофейные точки, продажи продуктов питания, таких как коммунарка, красный пищевик, мозгобойня. Вариантов много, и каждый представитель бизнеса ищет приемлемые для себя. Предложения стартуют от 500 долларов. Сегодня ассоциация Белфранчайзинг предлагает более 200 вариантов белорусских и иностранных франшиз. Это все те компании, которые заинтересованы в белорусских партнерах по бизнесу, чтобы с их помощью развивать сеть в стране. Последние 1,5-2 года наиболее активно в Беларуси, в первую очередь в регионах, развиваются франшизы белорусских производителей в сфере кондитерской продукции, одежды, обуви. Довольно много различных направлений в сфере услуг. Услуг для детей, для здоровья, фитнес-услуги, образовательные, развлекательные. Семинар прошел в гостиничном комплексе «Славянский», где более 60 представителей бизнеса Полоцкого региона познакомились с опытом специалистов, практическими примерами построения бизнеса с помощью франшизы. По оценкам Ассоциации Белфранчайзинг, в нашей стране действуют свыше 500 франчайзинговых точек и около 70 компаний-франчайзеров. Такому росту способствует повышение уровня информированности населения, появление торговых площадей надлежащего качества, создание специальных программ финансирования франчайзинговых проектов. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.